Привет-привет! Раскрываю секрет красивых ручек. Раньше это называлось бархатные ручки, можно и сейчас так же называть. А для этого понадобятся две вот такие вот баночки и щеточка. Ну, щеточка опциональна, можно не использовать, но мне нравится такая щеточка. Она для ногтей, для кутикулы, мне очень нравится. Она такая, знаете, твердая и очень хорошо позволяет прочистить, в общем-то, под ногтями. Особенно актуально для тех, у кого длинные ногти и туда забивается, сами понимаете, все. Поэтому вот эта щеточка, она очень долго служит. И, кстати, удобно то, что она еще и, видите, вешается на петельку. Что я беру для бархатных ручек? Я беру вот такой вот скраб из серии «Молоко и мед» и вот такой вот питательный крем из серии «Молоко и мед». Чем мне нравится эта серия? Во-первых, она содержит натуральные органические экстракты молока и меда. У нее очень хороший питательный эффект. Она очень подходит для сухой кожи рук, а, как правило, у нас практически у всех кожа рук сухая. И сейчас я покажу, как это работает, покажу для того, чтобы вы могли сравнить и оценить на одной руке. То есть сейчас я на одну руку нанесу скраб молоко и мед, помассирую, смою и затем нанесу крем. И сравним обе руки. Поехали. Чем еще хорош вот этот скраб? Во-первых, помимо того, что у него хороший питательный эффект, он очень хорошо отшелушивает. Здесь миндальная измельченная косточка. Ну вот, видно, если так присмотреться. Кстати, большая разница между скрабом для рук и скрабом для лица. Очень многие почему-то думают, что разницы нет. Разница в том, что вот эти вот маленькие, видите, абразивные частички, вот, они разных размеров. То есть для лица это размер поменьше, для рук побольше, а для ног, соответственно, еще больше. Поэтому все скрабы отличаются. Пожалуйста, не путайте и используйте по назначению. Вот я, вы видели, выдавила немного скраба и теперь массирую руку до сухого состояния, да, чтобы вот эти вот прям косточки были сухими. Вот я промассировала руку, видите, он весь впитался практически как крем. Далее, когда сейчас буду смывать, я использую вот эту щеточку и хорошенечко сейчас прочищу еще и под ногтями заодно. И наношу крем для рук. В общем-то, ничего сложного. Совсем. Крема для рук, кстати, надо совсем чуть-чуть. Он очень такой питательный и очень, ну, по текстуре густой. Сейчас покажу. Вот он, видите, он даже еле выдавливается. Поэтому его очень много не надо, прям буквально чуть-чуть. Но при этом хорошо впитывается. Очень классно его наносить на ночь. И вот на следующий день эффект ухоженных, напитанных рук, он в любом случае останется и очень будет приятненько вам. Ну, то есть руки будут отличаться на ощупь. Вот, я нанесла крем. И смотрите, сейчас покажу вам, собственно, вот эту руку и вот эту руку. Вот насколько видно. Вот сюда я не наносила ни скраб, ни крем. Сейчас вот сюда вот нанесла. Свет, может быть, здесь не очень передает, но на самом деле разницу видно. Вот такая кожа рук без ухода, вот такая с уходом. И с утра будет точно такое же классное, приятное ощущение. Кстати, если обратите внимание, еще и цвет. Даже цвет рук, мне кажется, отличается. Но по текстуре вот точно видно, что вот эта рука правая отличается от левой. Вот, соответственно, выглядит это вот так. Используйте. Сейчас и скраб, и крем идут со скидкой в каталоге номер 10. Код скраба 33447, код крема 31606. Хороших вам, красивых ручек желаю.